Эдита Пьеха встретилась со своим младшим братом после 32 лет разлуки. Андрей Малахов пригласил на свою передачу «Привет, Андрей» известную исполнительницу и народную артистку Эдиту Пьеху. В ходе разговора зашла речь о родственниках и младшем брате певицы Юзефе Голомбе. Он сам проживает на территории Польши, и только в последние несколько лет они начали созваниваться. Теперь же им удалось встретиться. Они не видели друг друга с 1986 года, после скандального интервью, в котором Эдита Пьеха рассказала об избиениях в семье. Тогда исполнительница сказала, что отец Юзефа и ее отчим бил ее за малейший проступок. Младший брат назвал это клеветой и разорвал всяческие связи с Эдитой. В последующем они не общались на протяжении 20 лет. И только относительно недавно Юзеф и Эдита Пьеха решили забыть старые обиды и возобновить общение. Все эти разговоры сводились к переписке в соцсетях и телефонным разговорам. Встретиться впервые за 32 года они смогли на передачу у Андрея Малахова. При этом внук Эдиты Пьехи Стас рассказал при встрече с родственником: «Я помню, что это был какой-то конфликт, но исполнительница резко и тактично оборвала его. Не было никакого конфликта». Эти слова подтвердил и Юзеф Голомб. А если в вашей жизни происходят какие-либо неприятности, умеете ли вы прощать своих обидчиков? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!